Всем привет, ребята! Сегодня я узнала, что в Адопте вышел какой-то пасхальный ивент, хотя до Пасхи еще далеко. Однако этот ивент сделал сам Roblox, ну и, конечно же, Адопт в нем поучаствовал. За это вы можете получить бесплатные вещички, как в Адопте, так и в самой игре Roblox. Поэтому сегодня мы с вами обязательно посмотрим, что тут да как. Ну и даже попробуем пройти этот ивент. Интересно, какой же он будет. Итак, идемте. Нам надо к этим порталам. Они тут появились совсем недавно. Просто посмотрите, как все масштабно выглядит. Уже не терпится поиграть. Здесь у нас стоит Том. Давайте с ним поговорим. Эй, путешественник, я прыгал между временами года. Я потерял важное исследование и не могу вернуться обратно. Не мог бы ты мне помочь? Для того, чтобы восстановить машину времени, вам потребуются винтики. Их мы сможем найти в разных мини-играх, например, в Юго-Восточной Азии, в зиме и на Хэллоуине 2023 года. Я решил начать с зимнего обновления. Посмотрите, какой же здесь вайбик. Давно меня здесь не было. Это еще с 2022 года здесь замок стоит. Смотрите, здесь камушек в шапочке, какой миленький. Прикольненько, прикольненько. Вот только игра, в которую мы с вами будем играть, это игра с 2021 года. Не знаю, почему такая недоработочка. Но это не то чтобы сильно страшно, потому что это даже лучше, ведь я соскучился по этой мини-игре еще больше. Так, вот этот подарочек, да, все верно. Короче, ребят, как проходить эту мини-игру? В одном из подарочков у нас лежит шестеренка, мы должны за ним следить. Это для того, чтобы потом, когда мы открыли подарочек, там не лежал камень, ведь нам надо добывать именно шестеренку. Она нам необходима, чтобы получить бейдж и еще кое-что, о чем вы узнаете в конце видоса. Ну и что-то очень-очень долго длится игра, я думал, что она пройдет быстрее, и о, все, мы прошли, наконец. Ух ты, ты получил часть машины времени, иди и собирай остальные части. Окей, спасибо большое. Ну что, идем проходить вторую часть? Следующая мини-игра — это яйца Юго-Восточной Азии. А это тут при чем? Вы вернулись в мир Юго-Восточной Азии. Вам нужно будет добыть 3 крабов, чтобы получить следующую шестеренку. Так вот, что это за мини-игра. А то я-то думаю, голову тут ломаю. Так это была, по-моему, игра такая летом, а не весной. Ну ладно, давайте собирать этих крабиков. В инвентаре они, кстати, не появляются. И, по-моему, это самая легкая отсюда мини-игра, потому что, ну, реально, собирать крабиков это слишком легко. Я как говорю про этих крабиков, у меня сразу одна песня в голове. Мы танцуем крабика. Ну ладно, не буду ее вставлять, а то еще из-за авторских прав забанят. И я собираю 3-го краба. Мы нашли пропавшую шестеренку, и теперь нам надо отправиться обратно, чтобы пройти еще одну мини-игру. Но прежде чем туда отправиться, я хочу посмотреть на локацию, поностальгировать чуть-чуть. О, тут реально азиатские яйца. Но, к сожалению, купить у нас их не получится. К сожалению, у меня это не получается сделать. И выйти тоже не получается. А випку получится? Тут даже кнопочек нету. Последняя финальная мини-игра. Это у нас Хэллоуин 2023 года. Но это было совсем недавно. Давайте же уже заходим и смотрим, какая же там будет из мини-игр. О, это у нас квадратики, которые нам надо будет выбирать. Ох, это жутковатое место. Это место Тайлскип с прошлого года. Надеюсь, ты найдешь удачу. Удачный путь, ну и соберешь шестеренку. Спасибо большое. Как говорится, первый блин комом, ну я упал на первой же плиточке. Хотя вот сейчас вроде бы у меня что-то даже получается. Уже угадал 2 плиточки. Так, очень интересненький моментик. Осталось совсем чуть-чуть, ребят. Я уже даже дошел до первого чекпоинта. Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я прошел ивент в других играх, ну, прошел ивент Egg Hunt, то обязательно напишите об этом в комментариях. А мы уже прошли этот. Все 3 мини-игры. Ух ты, не могу поверить, что ты справился. Теперь, когда у вас есть все шестеренки, вы можете отдать их мне на выходе. Ну, тогда побежали. Чего мы ждем? О, Томик, Томик, привет. А что ты нам расскажешь? Да, вы нашли все недостающие шестеренки. Спасибо. О, нам дали бэш, ребят. Том добавил транспортное средство в ваш рюкзак. Ого, нам дали машину, нам дали бесплатную машину. Вот она, часы путешествия во времени. Смотрите, какая красота. Жалко, что реально не может нас во времени переместить. Но это не так сильно страшно. А, куда я полетел? Смотрите, какая она все-таки крутая. А мне реально понравился этот ивент. Мы с вами даже смогли во времени переместиться. А вам понравился? Обязательно напишите в комментариях. Ну и напоследочек я здесь забежал.
побежал вам показать новое обновление. Здесь у нас появились хомячки. Выпадает обычный хомяк, золотой и алмазный. Но, к сожалению, они стоят 199 бобоксов. Уже не за баксы, как рыбки. Но ничего страшного, не будем расстраиваться. Их можно получить в трейде. Кстати, я думал, что убрали вот все вот эти вот приколдесики, но их перенесли сюда. Ну, а также я хочу еще пролететь по всей этой локации, потому что мы ее с вами не посмотрели, обошли ее стороной. Но это такая просто шикарная локация зимы 2022 года. Она явно заслуживает внимания. Посмотрите, какое здесь все красивое. Кстати, я сейчас нахожусь на месте мини-игры. Вон там еще сзади мини-игра, где мы с вами кидали снежками. А здесь нам надо было выбирать стеклышки. Эх, какая ностальгия. Вот бы и сейчас вернули эти мини-игры. А замок-то какой огромный, красивый. Вы только посмотрите. Просто сногсшибательный вид. Кстати, тем, кто еще тогда не играл, можно сейчас делать фоточки. Ну, а на таком замечательном моменте мне, к сожалению, придется заканчивать это видео. Мы сегодня с вами прошли Egghunt и получили вот такую классную машину. Посмотрели обновление с хомячками. Поностальгировали, ну и получили бейдж, за который, возможно, сможем получить какую-то вещичку в Роблоксе. Ну и, конечно же, ребят, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочку я оставлю по ссылке в описании. В моем телеграм-канале мы с вами общаемся. Там проходят интересные классные конкурсы. Кстати, пишите обязательно конкурс, на кого вы хотите. Я обязательно постараюсь его осуществить. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы видосы выходили почаще. Ну и всем пока-пока. До встречи в новых видосиках.